Сегодня утром во дворе многоквартирного жилого дома на Декабристов 45 продолжилось начатое вчера возведение забора вокруг будущей стройплощадки под подземные автомобильные гаражи. С начала этой недели жильцы массово и слаженно протестовали против строительства, организовывали круглосуточные пикеты, ложились, садились, вставали на бетонные блоки, не давая крану их поднимать и устанавливать, не давая рабочим работать. Мы уже рассказывали вчера, напрямую пофамильно обвиняли в самоуправстве чиновников Октябрьской районной администрации. Кольцов, Вяткин, потом Гандаманов, вот и сколько их, они все, вот посмотрите, что делают. Это что за люди? Это из райисполкома и этого Горсиэта. Это они делают все нам. Они, посмотрите, детский сад залезут. Они все березы у нас уберут, до одной березы негде строить-то. Вчера уже дошло до прямого противостояния. На Декабристов 45 приехал автобус с милицией. Сегодня милиции не было, а рабочие трудились только полдня. Усыпляют бдительность, решили местные жители. А особо активные решили спилить заготовки под забор. Чтобы тут гаражи не строили, чтобы дети не дышали свинцом проклятым. Сегодня активисты из Декабристов 45 обратились с жалобой в общественную приемную губернатора Эдуарда Росселя. Завтра в полдень во дворе у 5-го подъезда состоится общее собрание жильцов. К понедельнику они собираются составить жалобу в Октябрьский районный суд. Тогда, надеются, строительство будет приостановлено. Прецеденты, надо сказать, были.